Дорогие друзья, вот почему как бы кризис? Потому что люди не верят. Они не понимают, что происходит. Вроде все государства всего мира что-то такое делают, производят, внедряют. Мы в космос летаем, на Марс посылаем космические корабли, чтобы получить проездной. Мы стоим в таких очередях. То есть пассажиры метрополитена могут разово купить билет в этой кассе, а сюда стоит очередь. Друзья, зачем стоит очередь? Скажите, пожалуйста. Расскажите президенту, президентский канал, что за очередь такая? А? Чтобы получить студенческий билет. Проездной. Студенческий проездной. Вы много времени тратите или это удобное? Это очень-очень много времени тратится. Час или полтора поставить в очередь. И так вам надо каждый месяц это делать? Нет, это когда получаешь, чтобы первый раз. Просто касса работает в будни только с утра до 7 часов вечера. И на всех станциях метро. Понятно. То есть вы сдаете анкеты, которые вам дали в институте? Ну да, которые там нужно заполнить, печати все. То есть там походить, какие-то печати собрать? Понятно. Спасибо большое. Еще подождать две недели. И потом еще поставить в очередь. Спасибо. Вот такой 21 век, дорогие друзья. У нас же есть решения электронные, которые позволяют избежать всего этого дела. Где у нас креативные внедренцы? Я понял. Давай тогда, как все решится, звони. Хорошо, да? Стоп, снято.